Ну что, здорово, продолжаем проходить Джеду в космосе, Джеда в космосе. Ремейк. Так, я третий доступ так еще не получил, да? Одна. Риппер. Тут нам надо 4, так. Это полностью. Ну, 3 волка осталось. У нас там патронов ходит. Так, надо автомат использовать. Здесь много автоматов, поэтому автомат. Из-за туманности. Он текстурки погружается, блять, вот реально эту игру надо ставить на SSD жесткий, чтобы типа она быстрее загружалась. Ну это, знаете, такое себе, блять, удовольствие. Чё за бред-то, блять? Чем там найдем? Забыл, блядь. Че они там на затылке написано? Блядь. Unit 05. Сордер. Фетикая. 071, 703, да? Что у нас там? Return. Так. Ага, вон он куда? Ну смотри, сейчас можем пойти свернуть и направо. Ком там есть? Налево, да? Сюда. А мы пойдем вот сюда. Все правильно. Все правильно. Парни, ты что-то неправильно. А, двери закрыты, да? Серьезно? Что это, блядь, закрыто? Ну,
только один рейс. Так. Того по прямой там должна быть комната. Surgical log, Dr. Jarvis Mercer. It's a shame. When I began my research, Terence Kine's insights into the marker were invaluable. Now his abilities are sending little missives like this one. You butcher! I saw your hunter. I know who it used to be. That cellular regeneration? Good God, don't you see what you've done? I agree with Amelia. This is unitology. I want no part of it. My diagnosis. Poor Terence is suffering from the same dementia reported on the Aegis 7 colony. Amelia, for example. The only Amelia is ever mentioned was his wife. And Amelia Kine died 7 years ago. Another survivor, at last. You'll be safe here. I'm a doctor. Is Nicole Brennan with you? You're not here for sanctuary, then. Well, Dr. Brennan's currently engaged. Shall I send you to her? How about you unlock these doors, and I'll find her myself. Are you that selfish? You might let something in. Or out. Shit. So, you've decided to be difficult. Take a seat. I'll deal with you momentarily. На всякий-то пожар. Вдруг сейчас переключусь. Долгий-то нахуй. Disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. A unitologist would understand. И это тоже живой. Кто-то вылез или что? Вот мне кажется. Ага, конечно, не вылез.
долго-то умирают. Да ты заебал, ты так и будешь их тушить, да? Все будет. Да блять, господи. Экипировать. Быстрее, быстрее. Он сдох от того, что я в него стазис кинул? Или как? Что-то я не особо догоняю. Всего происходящего. Что дверь в стазисе? Блять, игра. Господи. Ой, что там в Рипер надо было одну штучку ставить? Все, Рипер прокачан. Остался Лайнган и Форсган. Будем их качать. Сейчас работает. Я хочу войти в ту комнату. Что это тут как-то пустовато? Ради этого сундука я только сюда ходил. А здесь, наверное, какое-нибудь улучшение было на... Так. Все, здесь было, да?
Patient log retrieved. There. I have to record these days. The old memory, you know. Clearance. As I was saying, the new treatment I'm developing should be just the ticket. The trial is very promising. Trial. You'll be back at your post in a jiffy with me, none the wiser. Unless you don't trust me. No, of course I trust you. Let's give it a shot. Pienk. Пенк, мы помним, где. Его места не поменяли. Так, кстати. Там до визита сохранюсь, его туда отправим. Да ладно, похуй. Что пиздить, что он там был целую минуту нахуй. Yes, I called. Three times. My patient is crashing. Get off your smoke break and help me. Мотивно вообще оружие. Вот огнемет как был красавчиком, так и остался красоточком. О, птичка. Закрыть, да? Пинг. Грузилась, да? Ага, это там делит. А, это мне сейчас к этому, к бессмертному, да, загонит. Так. И у нас все равно тут не все у нас остался. Вот тут краснобрюхи. Это же запись. Вон у него под маской вообще там под черепком вообще нет ни хрена. А, банно. Dr. Brennan's near. Подожди,
хули ты такой счастливый? I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. Они, конечно, это болтовню добавили, я не знаю зачем. Вот, удлинили все. Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Да, сейчас мы подождем, пока ты отсюда выйдешь. Медленно давай шагай. Очень медленно. Еще медленнее ты можешь? Ляха. Ебать. Где? Бегу. Ой. Да хули ты не бежишь, когда я тебе говорю? Беги, бля. Что-то очень темно. Was a trick by a fucking unitologist, Dr. Mercer. He's locked down medical to experiment on the crew. Oh God! Every way out is locked down through one of the offices. Must be Mercer's. I can brute force the internal doors, but you will have to reach his office and lift the lockdown manually. Так, теперь у нас патронов, что там? Теперь вот как бы у нас норма, да, патроны? Казалось бы, мне. Так, я сейчас сохранюсь. Еще лишки. Unwise, Mr. Clark. My hunter may regenerate, but he takes an attack like that personally. Дайте мне пройти, блядь.
этот хуй. А вот. Сюда. Сейчас прогуляемся сюда. Physical log, Dr. Janet Mercer, tissue regeneration experiment 5. For the children of the marker, kind necromorphs have provided all the material I could ask for. And the infector variant has provided a key insight. Implanting the material directly into the brain renders optimal results. Of course, that requires puncturing the frontal bone, just above the labellum. Please, please, no! Don't worry. It's been sterilized. А вот, смотрите, тут есть этот ребенок, это вот как раз клоны, это когда кому-то конечность отрывают, там, или пересадка органов. Так, нам туда, да? Вот теперь все очень плохо, но есть огнемет. He came looking for liquid nitrogen, and there has to be some in the cryogenics lab. Okay, not like we have a better option. I'll clear you a path to cryo. Door protocol rebooted. Thank you for your patience. Ну вот. А что не сюда? Here,
There's emergency vet control at the security checkpoint. Go! I'll try to lock him out! Я могу и сюда, да? Так что разницы я особо не чувствую. Сюда или туда мне идти? Пойдем сюда. Почему везде этот газ-то появился? Он не должен быть везде. Чё за хрень? Он и в лифте, блядь. Прям через лампу ебашит. Ну, очень здорово. I'll open the other door from the chemical lab. It'll take you straight there. Poison gas. Так, ну и чё у нас там, чё открылись какие-то это? Нет, всё закрыто. Чё у нас там? Нашел полезно. О, на 10 тысяч. Хорошо. Продаю. Окупаю. Столько много часов получается, я тут, а это только четвертая глава, блять. И это все из-за того, что вот удлиняется вот это вот поисками всякой залупы, нахуй. Типа можешь, не хочешь, не ищи. А, хочешь нахуй. Так, а чё за комната? Пол не подгрузился под и двери. Он этих, да, расхуячил. Угу. Сделать.
Где он там, что там рычит? Воу. То есть тебе ты раздедал блять, козлы. А. Тут я помню сейчас. Мне надо будет его заморозить. Так. Seeing my hunter unleashed is almost worth losing my other patients. But you and Dr. Brennan have delayed me enough. If you've heard Nicole. I have never shown you anything but courtesy to Dr. Brennan. Can you say the same thing? I can say I'm not a fucking murderer. Speaking of courtesy... do I have to do back to fixing the Ishimura's engines? Our homecoming will be... truly divine. And I doubt... even you can stop a convergence event fueled by the entire population of Earth. You take these things to Earth, it's all over! Only for the faithless. Humanity will be made whole, Mr. Clark. Да ты быстрее, давай говори ты, мистер. Заебал ты. Мистер, заебал ты. Давай быстрее, блядь. I'd say... you've chosen your side. Давай, уёбывай там. Где этот хуй, блядь? Вот этот хуй моржо. Так, все. Сейчас мы тебя быстро, блядь, заморозим. И шел тут ты нахуй. Тебя, блядь, разобрал. Куда ты съебал, блин? Bastard locked me out again. Isaac, you okay? I stopped that hunter. Mercer's gone. He wants to take these things to Earth, Kendra. You have to seal the captain's nest and warn Hammond. Okay, I can seal the nest, but I haven't been able to reach Hammond since he went to the crew deck. Isaac, our air quality is falling fast. If you've got liquid nitrogen, we gotta fix hydroponics. Не бы комнату открыть, там смотрю, сияет там что-то и блестит. I don't think he's done yet. А, глаз ставим сейчас. Так-то. Station is sealed off. You'll need another way there. Take the tram back towards the hangar, then head to the repair station. Remember where you can find the tracks. Это, наверное, шестая глава самая короткая, блядь. Вот точнее пятая глава самая короткая, блядь.
что было вообще? It's... Let's call it a tissue sample. А вот, можно пойти и сосканировать. Who knows what mad science went into that thing? Maybe I can find out. Figure out what Mercer's up to. If I'm fast, there has to be a DNA scanner close by. Ну, сейчас-то я схожу со с это сделаем сканирование куска этого пидораса. Да открывайся ты, блядь! Господи, тут открывать-то мне хуй. Надеюсь, там еще недалеко-то бежать. Лаборатория. Давай, бля, открывайся. У нас нету комнат. Ага. Здесь только три. У нас еще нет доспа к третьим. Ну, в принципе, ладно, чтоб потом, типа, не путаться, где что не то. Пусть тогда, пока третий уровень не получим доступа, значит, пока не пойдем мы туда. В пизду тогда. Тогда на этом все было. Шестой эпизод.